Всем привет, друзья и подписчики канала. Сегодня получил посылку от фирмы Masterbox. И с их помощью, точнее с помощью их продукции, я буду делать диораму «Смазанный шедевр на холсте войны». Там будет использоваться данный тигр, который я делал. И вот наборы, которые я получил. Сельские жители. Операция «Милкмен». Три вот таких вот ганса. Мотоцикл с фигурами, который будет ехать по деревянному мосту. Автомобиль связи с фигурой на лошади. И в дополнение к этому всему еще вот такой вот набор на зиму 41 года, но это будет скорее всего виньетка. Поэтому этот наборчик я пока в сторону уберу. Обзор на все вот эти наборы вскоре будет сделан. То есть вот на эти наборы вскоре можете ждать обзоры на моем канале. И вплотную начнется работа над диорамой. Скорее всего, первым делом я доделаю зиму 41 года. Хотя, может быть, и начну делать основания для именно тигра. Потому что уже руки чешутся, как бы, чем-нибудь заняться. Так что ждите обзоры. В скором времени буду выкладывать обзор на все эти коробки. И плюс еще на фигуры, которые пришли мне на зиму 41 года. Пока покажу вот так вот, как это выглядит. Вот. Сохраню интригу. Вот они, 4 коробочки. Здесь фигуры, которые будут использованы на зимней диораме, которую вы могли видеть. Основание я делал где-то, может быть, месяц назад. Основание практически готово, нам надо будет подгонять под фигуру уже конкретно. Ну, на этом закончу. Всем пока, ждите обзоры. В скором времени я их выложу.